Бассейн, сад камней, оранжереи и даже своя железная дорога. Все это было в детском садике на Промышленной. Но в конце 90-х здание опустело. И вот спустя два десятка лет на территории вновь кипит жизнь. Объект заняли строители, уже сняли кровлю и демонтировали старый фасад, которые пришли в негодность после долгого простоя. Детский садик «Сказка» ранее принадлежал бронетанковому заводу. Когда предприятие закрылось, здание передали пенсионному фонду. И только два года назад строение перешло в муниципальную собственность. С тех пор в администрации округа и начали искать возможность снова ввести садик в строй. Перед тем, как проектировать, было выполнено техническое обследование, экспертиза экспертами, получено заключение. На основании этого уже разрабатывалась проектно-сметная документация, проект, который прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение в августе 2021 года. А уже в декабре заключили контракт и начали работы. Садик после ремонта будет сильно отличаться от того, который был ранее. В планах на этот год полная реконструкция первого и второго этажей. Здесь проектом предусматривается строительство детского садика, ну, реконструкция из существующего, с настройкой третьего этажа, с перепланировкой частичной, строительством музыкального зала, строительство спортивного зала, ну, детские площадки в пределах 2000 квадратов. Новый садик вместит 12 групп, 4 из которых ясельные. Изменится планировка, добавятся новые выходы для эвакуации, появятся кабинет логопеда и пищеблок. В следующем году строители планируют обустроить сети тепло- и водоснабжения, канализацию, провести электричество. Готовый садик на 222 места сдадут уже в 2023-м. На реконструкцию объекта из бюджета выделили 327 миллионов рублей. Анна Клыга, Игорь Антонов, Телемикс.